Ну что, начинаем с багов. Я нажал единицу, то есть налет, и вы видите, что у меня произошло. То есть хожу я с какой-то странной анимацией. Почему-то все время меня тянет вверх. Как-то странно. А если я становлюсь на месте, то вот в такое вот стрёмное положение. Что это такое, я не знаю. Тоже все время башка поднята кверху. Очень это стрёмно. Ну, ладно. Всем привет, с вами я, Citrus0974. И да, сегодня у нас все-таки опять битва за Нейбурвиль. Как вы видите, у нас... Я даже не знаю, как в русском называется этот ивент. Давайте зайдем к Буйлим и посмотрим. Просто весна, или как он там называется. Праздник весны. Он у нас называется, этот ивент. У нас уже конец апреля. И весь апрель я не выпускал видео. Прошлое видео у меня еще было... в конце марта. Такой вот я молодец. Поэтому все это видео я буду рассказывать, почему же видео не было. Так, ну, что-то я еще смотрю, у меня как-то лагает. Стабильных 60 FPS нету. Я сейчас включал показ FPS от Shadow Play. Тоже как-то все крутилось вокруг 50, но больше никак. Ну, то есть до 60 не доходило, что странно. И были просадки чуть ли не до 20, даже с отключенной записью в OBS. Я не знаю, что это такое. Майнкрафт у меня уже давно лагает. Если PvZ начнет лагать, я тогда вообще не знаю, что буду делать. Ладно. Ну что же, давайте зайдем в какой-нибудь режим, где я что-нибудь мог бы поделать. Так, еженедельный у нас есть тактический захват газона. Ну, в принципе, почему бы и нет. Испытания на него есть. Есть победа в классе поддержка на кого-то. Есть... квест на зубастика. Квесты на кого у нас вот здесь есть? Блин, ну не настройки мне нужны, а квесты. Так, еще вспомнить. Вот, испытания. У нас есть... У меня доступны все вообще. Еще 6 недель, и мне доступны все прям. Так, ну поэтому давайте что ли всех прямо и откроем. Горох острел. Цитрон. Ученый. И Земба. Поэтому за кого-нибудь из них будем играть. Хотя квест у нас на чомпера и на поддержку. Да. И к тому же операции. Но операции я точно сегодня играть не буду. Так что либо Цитрон, либо Грохострел, либо оба. Либо Зэмбо и Ученый. В тактическом захвате газона. Так, сколько у меня лампочек, я еще не посмотрел. Ох ты ж, у меня целых 25 лампочек, я ничего не тратил. Поэтому давайте что-то прямо сейчас потратим. На чем я тут остановился, а именно открыта у меня здесь расшиповка. Я, кстати, могу за 0 лампочек приобрести божественную красоту. Костюм на розу, который идет с расшиповкой, но получить я его почему-то не могу. Хотя он стоит 0. И, по идее, дорожка у меня есть, но, видимо, это не считается, потому что все остальное я не прошел. А расшиповку я покупал у Рокса вообще за 500 вроде радужных звезд. Хотя прошел я тут достаточно далеко, кстати. Ну давайте, что ли, сразу приобретем какой-то жестик на капитана, на пирата. Перепад настроения. Дальше у нас идет фраза «Получилось!». Ну, в принципе... А, ну что ж, давайте попробуем уж сразу все и открыть тогда, почему бы и нет. Фраза «Получилось!». Вряд ли я ее буду, как и все остальные, использовать, но пускай уж будет. Дальше у нас какие-то стрёмные кулачки в виде каких-то птичек в шлемах. Ну, пускай тоже будет. «Нападение римлян». Эти странные римляне, ну да ладно. Шапка на Зембо. Громилушка. Так, это мне чем-то разгрома напоминает из Poza Heroes, но у него другие цвета вроде были. Так, ну расшиповка открыта, и получается я могу получить за 0 лампочек, за 0 всего, божественную красоту. Для розы. Так, что-то я не прочитал, что там было. Потом прочитаю на монтаже, может быть, а может быть и нет. Так, ну, и на этом, наверное, все. А, еще к Роксу давайте заглянем, что у нас у Рокса. Я весь этот месяц вообще не заходил, мне вообще было некогда играть. Так, у нас есть какой-то костюм на солдата за монеты. Солдат с грузом. Судьба человечества в ее руках. Остается надеяться, что она не проголодается. Странно, но ладно. Так, как обычно, что у нас тут еще есть? За монеты ничего нет. Ну что ж, монет у меня 400, как раз 4 миллиона 400 тысяч, поэтому почему бы 400 тысяч на это не потратить?
выглядит не очень, но пускай будет, почему бы и нет. Хотя у меня есть и так нормальный костюм на солдата, поэтому... Поэтому будем копить монеты дальше, в принципе. Поэтому все. Отправляемся, наконец, уже в тактический захват газона. И там я буду долго и нудно повествовать, почему не было видео. Но если вкратце, то главная проблема в том, что я болел. Еще, получается, ну, в начале я каникул, перед их началом, я немножко не сильно заболел, как у меня поболело горло, пошмыгал я носом, и, в принципе, все у меня закончилось. Но, видимо, не закончилось. Так, на кого у нас были квесты? На ученого и на Зембо. Ну, давайте начнем с ученого, что ли. С парового бластера, да, газик, точно. Так, ну, в общем, с... И поэтому, как только я вышел 1 апреля, я сходил буквально 2 дня, и после этого я благополучно заболел опять. Причем на этот раз уже все похуже, ну, то есть дошло у меня до бронхита. Я понимаю, конечно, что я весь супер больной, но все-таки это неприятно. Проболел я долго, не ходил я целых 2 недели, и до сих пор я покашливаю. Скорее всего, я буду кашлять и на записи, и эти моменты я буду вырезать, потому что не слышать кашель на записи неприятно. Так, ой, блин, хотел, блин, было захватывать, но не получится. Так, ну давайте мы... Так, не-не-не-не-не-не-не-не. Так, у нас тут какой-то... Этот костюм, я не помню, как он называется на драконьего тела. Вот сейчас я закашлялся. И как мне, блин, еще запоминать, на каком моменте записи я именно закашлялся. Ну ладно. В общем, это была главная проблема, то, что я долго болел, я долго сначала лежал, а потом я обленился, и я уже ничего не делал, у меня образовалось много долгов по урокам, которые я очень медленно делал. Ну и, в общем, вот так вот. Также еще у меня тут произошла еще одна неприятность, я как-то умудрился, ну вот как только мне стало становиться лучше, я как раз сходил за справкой к врачу, и как раз после этого я под одну музыку умудрился как-то так дернуть ногой, что растянул что-то в районе тазобедренного сустава. Это было очень весело, поэтому я еще 2 дня полежал на диване, но в школу я все-таки после этого пошел. Так, с чем ты? Ты меня не съешь, даже не думай. Ты, кстати, еще и человек приехал. Я тебя сейчас моими газами... Добью. И добил все-таки его паровым бластером нашего ученого. Так. Ой, я уже даже какое-то испытание завершил. Скорее всего, на лечение шланготерапии. Я, вроде ж так эта способность называется. Так, ну тебя все равно уже лечить не надо было. Все равно ты обратно теперь уже им. Побежали дальше. Захватывать Унотако. Вот, это была проблема номер 1. Проблема номер 2, то, что сейчас конец учебного года. Вот что-то я немножко предъявлял какие-то претензии к Curbside Lake за то, что, мол, он не выпускает видео, а он так вообще в прошлом году в 9 классе учился, а сейчас в 10. Уж извини, что я, если ты это смотришь, что я твой возраст говорю таким образом, в какой-то степени. Ну, в общем, и поэтому неудивительно, что он не успевает одновременно и каналом как следует заниматься... И учиться, и у меня сейчас наступила та же самая проблема, потому что у меня одновременно сейчас и очередной сезон, так сказать, контрольных работ. То есть у меня крэ по всем предметам по нескольку в день получается, хоть это и не конец четверти. Во-вторых, такая страшная штука, как ВПР, которая очень страшная. В принципе, я об этом даже, кажется, в группу уже что-то писал. Блин, и меня, кстати, съел все-таки этот чемпик. Ну ладно, не успел я телепортироваться, хоть его и слышал. Летик так, 07. Ну ладно. Это, кстати, не тот, которого я добил. Хотя, вообще-то, не я его добил, ну ладно. Так, теперь очередь быть захваченным у музея. Так, кого мне тут полечить? А, тут у нас есть кукуруза какой-то. Который у нас где? Который у нас вот здесь. Которого можно попытаться добить. Кажется, даже получилось. Вот, поэтому, плюс еще, тут еще одно кое-что по школе, из-за чего мне тоже некогда было этим заниматься. Вот сейчас мне для школы нужно будет кое-что монтировать, кроме этого ролика. Причем ролик я могу и чуть-чуть опоздать, и в понедельник, и во вторник. А это видео для школы мне надо слепить именно до воскресенья вечера.
Поэтому все очень печально, и делов у меня полно, и заниматься когда чем, я не знаю. Поэтому вот, единственное, что я успеваю слепить, это опять простой еженедельный, ежемесячный ролик по Битве за Нейборвилл, потому что у нас праздник весны наступил, хотя обеспеченный парк даже не показал. Ну, сейчас, под конец видео, после этого матча, может быть, или чуть позже, я вернусь в беспечный парк, и там тоже немного пробежим. Потому что, собственно, праздник весны я и не показал. Так, давай я тоже хочу ревайвнуть. У меня же есть квест на ревайве, я прав, да? Да, у меня есть квест оживить союзников, целых 15 надо. У меня еще только 4. Поэтому давайте всех бегать, оживлять, что ли. А что еще делать-то? Лечить и оживлять. Вот все, что я могу делать. Хотя и убивать я тоже могу при помощи парового бластера. Странно, вот что-то я давно не играл, но вроде играть даже умею. Вот это да. Даже кого-то мне удается добивать. Сдох я всего один раз. Так, лечим доктора. Да. Что еще можно здесь делать, правильно? Так, уничтожим эту проклятую, пренеприятнейшую мину. Так, и скажем до свидания вот этому голубю, который попытался кого-то ревайвнуть, кактуса вроде. И ревайвнем, собственно, Зембу, чтобы нам помогал захватывать. Ой-ой-ой. Ой-ой, не убивай меня, пожалуйста. Я вот лечу тебя всех сил, чтобы ты меня не мог добить. Вот. Тебя мы добили и захватываем музей. Ой-ой-ой, дуб. Дуб меня и не нравится. С дубом как-нибудь сами, ребят, справляйтесь. Дуб по мне 3 раза попадет, и меня нету. У меня так, как и было, так и есть, то здоровье. Так, а вот союзников мне ревайвить надо, поэтому... Поэтому мы сейчас этим и будем заниматься. А нет, бомба взорвется раньше. А нет, мне... Ух ты ж, блин, мне даже удалось ревайвнуть. Вот это да, мне кто-то помог. Так, меня попытался из горшка какой-то грохострел забить. Ну ладно, так, я надеюсь успею. Да, я успел дать козла, и вообще я успел от него спрятаться. Так, тут у нас какой-то горох. Нет, не удалось мне допрыгнуть. Ой, блин, все, меня добил Дракунизев. Сколько у меня, кстати, истреблений? Ого, целых 8. Вот это я молодец. Я даже помню, как играть. Так, ну, в общем, из-за этого, как то, что я сейчас перечислил, мне видео делать было некогда. Ну, как я уже сказал, это 3 основных причины. Я болел, у меня сейчас напряженная ситуация в школе, в плане контрольные ВПР и еще кое в чем я, так сказать, участвую. Мой класс участвуем. И 3-я причина — это моя лень, то, что я обленился, и мне все свободное время хочется тратить на, уж прямо говоря, видосики на Ютубе. Надо мне с этим как-то бороться, потому что это очень вредно, и я очень много времени трачу, по сути, в никуда. Конечно, я что-то новое узнаю из этих роликов, но времени на это тратится очень много. Кто меня там пытается стрелять? Драконий Зев, что-то такое-то? Ну, даже не пытайся, я убегу. Драконьим Зевом умею хорошо играть, только я. ЧСВ, ЧСВ. Так. Привет. Я же говорил, что я тебя уничтожу. Говорил? Говорил. Привет, Трон. Как же тебя спасет твой щит, если ты им повернулся, им... повернул его от меня в другую сторону. Так, это кто тут? Кто тут посмел ревайвить, да? Так, да. Не успел я убежать. Ну ладно. Оли-оли-оли-оли какой-то. Ну и ладно. Ой. В общем, из-за этих причин видео про 7-ю винду, которую я все делаю, которую я все обещаю делать, оно осталось все той же стадии разработки, что и на конце... Что и в конце каникул, то есть в конце марта. А, именно на стадии начал писать сценарий. Потому что я его так даже чуть ничего, я в него вообще не добавил, в этот мой сценарий. Ой, ух ты, как я здорово улетел. Выше, чем ты, кстати, в своем этом налете. Я еще надеюсь, что меня никак игра не заглушает, запись у меня идет, вроде все хорошо. Да и за пределами беспечного парка вроде не лагает, вроде 60 FPS на месте. Так, не пытайся по мне стрелять, не попадешь. Где? У нас тут еще есть еще один, да? Там что, картофельная мина была? Да как же ты в меня налетом-то попал?
странно. Я же в этот момент вообще в другую сторону телепортнулся. Очень интересно. Или как мне уже... Ой, после смерти удалось. Так, у нас какой-то плохой-плохой горох. Блин, как я попал еще моей лечилкой-то в него, вообще непонятно. Ну ладно. Вот, то есть видео про Windows 7, оно так и есть. Только чуть-чуть я в нем написал, вот и все. Что я могу о нем сказать. Да блин, ну как это произошло? Привет, Ракунье. Ух ты, я улетел, я утонул, круто. Так, и нам нужно перехватывать сигнал телевизионных фургонов, поэтому надо куда-то бежать. Это вот сюда, у нас это горох, и я кинул опять мою лечилку, и уже поздно. Блин, вот зачем им всем повысили урон? Так играть стало невозможно. Если у тебя не полное здоровье, то вообще не пытайся куда-нибудь вообще сунуться. Так, ну и у нас получается все видео будет про ученого таким образом. Ой, блин. Ну вот, все, я пришел и меня сразу добили. Ну как так-то? Потому что такой большой урон. В принципе, у зомби тоже, но, блин, ну как-то это неинтересно так играть. Из-за этого мне битва за Нейбру или всех ОВЗ нравится меньше всех. То есть, вот даже если я вот так вот иду, то меня все равно добьют. Даже лечилка моя мне не помогает. Ну ладно, ладно. Вот теперь я, наоборот, все время умираю, а не убиваю, поэтому... Вот, я ничего им сделать не могу. Хотя, вроде, я его добил. Вроде это был я. Так, давай, 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 молодец. Так, ну меня ты не ревайвнишь, поэтому я просто сам туда побегу опять. Так, вот. Как я уже в третий раз повторяю, кажется... Ой-ой-ой. Видео про Windows 7 я ничего еще нового не написал. О, блин, тут такие странные совсем маленькие орешки. Сейчас оттуда вылетит, получается, большой. Или как? Или что? Ой. Эй, я знаю, сюда пришел. Так, уважаемый, здрасте. Так, воюй за меня. Нет. Давай, 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 ты куда? Куда пошел? Тут кто-нибудь еще есть? А, нет, тебя добили, все, да? Ой, у меня кактус прям с одного выстрела. Круто, здорово вообще. Ну что ж, ладно. Причем даже рекрут. Так, я уже не знаю, что говорить. Вроде я рассказал, почему видео не было. Также еще, вообще-то у меня появляется, может быть, появится в ближайшее время еще один повод для роликов, а именно вроде я, кажется, нашел себе бэушный старый комп, на котором проводить эксперименты, а именно в первую очередь установить Windows XP и провести выживание на Windows XP на реальном железе. Вот, в принципе, у меня, может быть, все-таки появится комп для этого дела, но перед этим... Круто, на меня приземлился орех, конечно. Но перед этим мне надо доделать видео про Windows 7, сделать видео про Dual Boot Windows 10 и Linux Mint, и видео про установку накопителя. То есть в ближайшее время я буду заниматься, надеюсь, если у меня будет время и силы, и возможности заниматься каналом, то будут это видео на компьютерную тематику, как я это назвал. Вот на такие вот темы. Вот. Потому что сделать сейчас с ПВЗ, я особо не знаю. В принципе, можно выпустить один большой выпуск новостей, в котором бы я пересказал все, что сказал за последние пару месяцев Red Hat Gaming. А может и не месяц даже. Я даже кому-то урон умудрился нанести. Привет. Все-таки добил. Есть, его я добил. Так, может быть, мы все-таки захватим. Так, у нас и Б отхватывают. А то бегу-ка я на С. Блин, нам надо держать А. Походу мы сейчас ничего не удержим. Так, а я попробую прийти к этому кактусу. Его нафиг добить. Ха! Опять не получилось. Даже кактуса. Я понимаю, конечно, что ему там этот тростник помогал. Теперь он наложил там мин. Чё-то как-то много он их там наложил. Ну ладно. Так. Там опять же этот кактус. Так, теперь у нас захватили С, все остальное схватили.
Летают у нас эти тут два драконих Зева. Так, у меня нету моей лечилки, поэтому я лучше сдохну. И все, игра закончилась, мы все-таки продули, походу. Походу, захватить все-таки не удалось. Где-то на 80% просили. Да. И наши чертовы спутники бабахнули. А по ящику показывают растения. Все, конец. Мы продули. Вы проиграли. Да. Так, запись у нас идет уже сколько? 21 минуту, что уже достаточно много, поэтому нам пора закругляться. Ну давайте еще 2 секунды. О, кстати, я лучше приварил. Круто. Давайте поржем в честь этого, да. Попрыгаем. Что я еще могу-то сделать? Есть еще какие-нибудь жесты? А, у меня бег на месте есть. Блин, не нажалось. Ну и ладно. Поэтому выходим в беспечный парк, и давайте там еще 2 метра, так сказать, пройдем тама. За Сутрона, что ли? Почему бы и нет? Давненько я им не играл. Вот. В общем, как-то я худо-бедно сейчас вам дорассказал новости. Кстати, что по поводу качества видео. Оно так и остается 720p, но играю я теперь в качестве чуть получше. 1600 на 900, а не HD. Хотя, как я уже говорю, вы все равно видите 1280 на 720, что достаточно печально. Так, ну вот, у нас сие все это дело на, у нас посвящено Пасхе, которая у нас еще не наступила. Но скоро наступит, получается. Вот, за сторону растений все выглядит покрасивше. Я мог бы поставить графику побольше, но тогда будет лагать. Так что не будем. Вот везде у нас пасхальные яйца, всякие кролики, шоколады и тому подобное. У нас как-то в России вроде Пасха никогда с кроликами не ассоциировалась. Это в Европе, там, в Америке, ну, короче, за пределами СНГ. Ладно. Может, и не только за пределами. Так. Знаешь, что у кого-нибудь снимаем тут? Могу тебя не да. Ну, ты можешь долго не отстреливать. Ломать щит. Нет, все-таки добили меня они раньше. Ну и ладно. Зато я ревайвнул кого-то, кажется, ночную шляпку. Ладно. Вот, ну в целом, подытоживая, так сказать, потому что это видео я вообще делаю только для того, чтобы хоть что-то мне за месяц выпустить, потому что видео у меня уже не было месяца в целом. Блин, сколько возьми? Да. Из строна играть сложнее, хотя вроде у него стал больше урон. Ну что опять урон подняли. Хотя у правого бластера вроде сколько было, столько есть. Так. Трону бы не помешал какой-нибудь типа вампиризма, что ли, что-то. Давайте попробуем горхострела, что ли, взять еще. В общем, к сожалению, мне сейчас некогда заниматься видео, но они все будут. Ничто у меня не отменилось, про канал я не забыл. Просто пока что у меня такой перерыв из-за школы. Кстати, также еще в начале... Да блин. Прекрасно. Я застрял в каком-то яйце нафиг. Какое-то яйцо здесь валялось, и я за него зацепился и застрял. Круто. И какой-то проваливающийся сквозь текстуры человек, играющий за зомби с телевизором, меня добил. Вообще круто. Молодец, игра. Крутая игра. Всем советую. Поддержка прекратилась через год, а баги остались. О, я кого-то добил. Давай, вылазь. У меня мушки. Приземлился какой-то дым здесь. Мне кажется, отличился, да и бомба у меня сейчас откатится. Так что, вылазим потихоньку. Блин, я тебя чё, сейчас тебя не добью еще что ли? Нет, добью, конечно же. Хотя ты бы мог убежать. А что с ним стало? А, его кактус что ли застрелил? Там у нас зембик какой-то. Ну да, за грохострелы играть куда проще. Сутрона вообще какой-то здесь странный персонаж. Гарм Фэйр вторым он был очень сильным. Здесь он какой-то прям совсем уж слабенький. Этот его дробовик вообще ничего не может.
Да, он может им долго стрелять без перезарядки. Но, блин, с игроками наоборот лучше бороться наоборот. Когда снарядов мало, но они наносят больше урон. Ладно, так, ну все, давайте что ли заканчивать. Потому что и я устал, и видео долго длится, и мне его потом еще монтировать. И вообще не знаю, когда я все мои дела сделаю, и уроки, и подготовлюсь ко всем контрольным и ВПРам. И еще то, что на меня возложили. Поэтому все, с вами был я, Цитрус0974. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Может быть, что-нибудь выложу на второй канал. Подписывайтесь, самое главное, на группу ВК. Потому что там все новости, что моей жизни, что я собираюсь делать на канале и все остальное. Ну и вообще, все у меня попадает в первую очередь в группу ВК. Вот. Ну и на этом всем счастья и всем пока.